Доброе утро. Отвела Полинку в школу. Иду на остановку. Вроде так нормально, не опоздали. Пять градусов. И не жарко. Видать, ночью был минус, потому что такое, как заморозки, заморозки на почве. Но сейчас не видно, а мы выходили, возле дома видно. В ушке свежо. В общем, днем даже по 14, но без солнышка, как бы, это не те 14, что вчера. Я на остановку, у нас же сегодня потлак. Короче, жрачная вечеринка. Честно сказать, и есть ничего не хочется. Как-то, я не знаю, у меня такое какое-то состояние. Мерила температуру нету, но как-то так не очень. Не алло. Не знаю, чего так, но как-то так. Ну, сегодня неделя начинается, неделя волонтерства и волонтеров. И мне с миграционного центра прислали письмо. Неделя волонтера. Спасибо там. Типа за вашу работу. Что такое? Я понимаю, что это письмо автоматическое, но приятно. Приятно. Спасибо. Я сегодня вроде как и спала. Не до 2 часов ночи. И не злилась. А заснула, но все равно, видать, за эти ночи, что я не выспалась. Проезжай. За эти ночи, что я не выспалась. Я не доспала. Все равно как бы не выспалась сегодня. В общем, немножечко чуть-чуть болит голова. Но не так, как тогда, когда я в 2 часа ночи не могла уснуть. В общем, нормально. Побегу на остановку, потом вам расскажу, что там было на вечеринке. Интересно. Или неинтересно. Я не знаю. Сережа пошел на работу. Все еще там. На том сайте, на том объекте. Говорили, еще неделя, уже второй месяц заканчивается, как еще неделя на этом объекте. Вот, а ему оттуда не очень, далеко оттуда добираться. Не очень комфортно. Ну, я надеюсь, скоро его переведут в город, и ему будет поближе до работы, и он ни от кого не будет зависеть. Сядет на автобус, то приедет. А не так, что надо ехать туда, а там его забирают, а там его везут на объект, а там его везут обратно, в общем, такое. Новостей никаких пока. Читаю сайты эти, группы, общаюсь с ребятами и... Тот же вопрос, как сдать тест, потому что ребята хотели, сдавали, сказали, нереально сложный тест. Знакомая 2 раза сдавала, тоже сложный. Но это не она мне сказала, девчонки рассказали, которые с ней общались, сложный тест. Ну что, знаете, я уже как бы ровно дышу, спокойно. Ну, значит, пройдет 3 года, поедем домой, а что делать? Честно, я не знаю, Сережа работает 7 дней в неделю, приползает домой и реально как бы готовится к английскому, учить английский, у него просто нет времени и сил. А надо репетитор, который объяснит все, чтобы было понятно. Ну, пока так, я хочу закончить курс, и тогда уже будем думать по поводу Сережкиного репетитора, потому что, да, время идет. А вуз она не там. В общем, я поехала. Увидимся.
общем, справились мы. Сегодня у нас класса английского не было, мы не занимались. У нас вот была вечеринка. Спасибо ребятам. Я наелась. И суши были, и индийская еда, и украинская еда. В общем, посмеялись, покушали, хорошо провели время. И мы с девочкой поехали в миграционный центр. Немножко поработали. Ну, наверное, в 4 часа мы уже, в принципе, освободились. И пошли на автобус. Фу, мне как-то так не очень хорошо. Меня в автобусе укачало. Я как размазанный пельмень. Купила, захотелось мне клубники, взяла килограмм клубники. Иду домой, Сережка забирает Полину со школы. А я пешочком пройдусь. Думала, уже честно не доеду, так как-то не очень мне хорошо было в автобусе. Новостей никаких. Рассказывать нечего. Я так очередной раз расстраиваюсь. Наверное, расстраиваюсь, не знаю. Или переживаю по поводу того, что все вокруг английский знают, а мы нет. Ну, я уже, наверное, и расстраиваться перестала, потому что это просто констатация факта. И все. Что с волонтерами в миграционном центре, там, конечно... В общем, я там только для опыта, для информации. И, наверное, закончится английский, я буду просить рекомендации, буду пытаться искать работу, потому что мне там ничего не светит. Ну, девочки очень хорошо знают английский, те собеседования, которые они туда проходят, со мной даже об этом разговаривать не будут, потому что я не о чем со мной разговаривать, я не говорю на английском настолько хорошо, чтобы как-то так. Не скажу, что пора спуститься с небес на землю, я как-то на них особо и не залазила. Но досижу, пока курс английского у меня не закончились. Похожу в миграционный центр. Ну, а потом буду смотреть, что и как. Нет у меня, в общем, нет настроения. А я вам желаю хорошего настроения. Мне рассказывать нечего. Все, что могла, рассказала. Обычно я могу дольше натрындеть, когда есть настроение, но не сегодня. В общем, берегите себя. Хорошего вам времени суток. Мирного неба. Увидимся в следующем видео. Пока.